Давай мы сами подойдем, там, где он жил, он с 1508 по 1528 год жил, Альбрехт Дюрер. Он учился у Михаэля Вильгельмута, он работал с такими известными мастерами, потому что город считался лучшим, как город ремесленников. Потом до сих пор такие традиции сохранились, что у них есть ремесленные гильдии, они объединялись. И до сих пор у них есть такие сапожники, которые учатся сапожному делу, ходят потом по городу, по разным городам. Но и нужно главное условие, что они должны жить в Нюрнберге.